Всем доброго времени суток, вы на канале Hard Reset Info. Это телефон Cyrus CS40, и сейчас я вам покажу, как на этом устройстве можно войти в меню Recovery. Для начала давайте разблокируем наше устройство, зажмем клавишу питания и выключим его. После того, как телефон завибрировал, зажимаем вместе клавишу питания и клавишу громкости вверх. Появляемся в меню загрузки, и здесь при помощи клавиши громкости вверх для перемещения и клавиши громкости вниз для выбора переходим в меню Recovery. Как только мы видим робота с надписью No Comment, мы зажимаем клавишу громкости вверх и клавишу питания. Вот, попадаем в такое меню Recovery. Здесь при помощи клавиш громкости для перемещения и клавиш питания для выбора мы можем выбрать любой режим, любую опцию. Я же выберу сейчас просто Reboot System Now, что просто перезагрузит наше устройство. И ждем, пока телефон перезагрузится. Ну что же, на этом, собственно, все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч. Пока.